Значит, посмотрели движение коэцким, да, диакоцки навстречу. Если вы начинаете двигаться вперед без руки, вас сразу встречают, вам не дадут сделать удар. Смотрите, это место, еще раз, если это место двигается по прямой, вы сразу входите в зону противника и вас встречают. Но очень важна техника бедра. То есть вы начинаете двигаться рукой вперед. Тогда встреча не достает. Не достает движение. Да? Видите, движение. Раз. Не достает. Да? То есть движение должно идти рука-бедро. Да? Когда вы будете опережать, правильная техника дает быстрый удар. Одновременно, видите, у вас получается не то, что он вас раз встречает раньше, а одновременно. Также техника маяги. Если вы начинаете двигаться вот этим местом, то вас ловят сразу же при постановке ноги. То есть если вы начинаете крутиться чуть-чуть вниз, да, то нога идет на месте. От этого зависит ваше кумите и техника кота, да, то есть от скручивания. Маягири либо цки. Так, сейчас...